Так выглядела дорога на деревню Салям-Алейкум 26 августа. Здесь и до этого было неспокойно. Но за предыдущие два дня боевикам после череды поражений удалось внезапно контратаковать. Война есть война. Это не череда победных сводок. Проезжая, постоянно смотришь по сторонам и ищешь опорники сирийских войск на высотах. Останавливаешь каждую встречную машину, чтобы узнать, какая обстановка впереди. Ряд деревень вдоль Евфрата вновь утюжила артиллерия и авиация. За нависающими хребтами над рекой позиции врага, хитрого и жестокого. На сопках уже закреплялась сирийская пехота и техника. После Салям-Алейкума тиграм удалось взять невредимым джихад-мобиль. Водителя убил снайпер, и ему не удалось привести в действие адскую машину. Оценочно пикап был начинен 300 килограммов взрывчатки, а вдобавок для усиления удельной энергии взрыва террористы добавили несколько бочек нефти. Несмотря на постоянные контратаки, ко второй половине 27 числа штурмовой отряд «Тигров» вновь отбил позиции, утраченные ополченцами ранее. Стратегически ситуация для отрядов ИГИЛ продолжает ухудшаться. Котел к северо-западу от Сухне уже перешел под контроль сирийской армии. Нам удалось проехать по дороге, ведущей от Тейбы до печально знаменитого оазиса, ставшей ареной ожесточенных боев. Yeah.
Ацухне, видимо, когда-то был обеспеченным городом. Окрестности богаты природным газом, поля засеяны пшеницей, а само положение города располагало к ведению торгового бизнеса. Линия фронта сдвинулась дальше, и теперь Сухне больше смахивает на город-призрак. ساقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Это Коран. Это ел написал? Это ел, потому что черт. Трасса М-20 – основная магистраль, ведущая к Деризор. Сирийская армия движется и на этом направлении. Сопки в 20 километров от Сухне обрабатывали российский Ми-35. Пару ударных вертолетов, не давая опомниться отходящим боевикам, непрерывно работала по левому флангу от трассы. После работы вертушек броня сирийской армии выдвинулась вперед для закрепления на позициях. Эти бесконечные сопки, в ложбинах которых маневрируют террористы, служат неплохим укрытием для бронетехники противника. Мы выдвинулись с группой сирийских военных по подбитому игиловскому танку. Когда бойцы заняли позиции на вершине сопки, другая группа приступила к осмотру техники. Примечательно, что и здесь ИГИЛ проявил неординарность.
Помимо песочной раскраски танка, на башне был наварен самодельный стальной экран, зазор которого заполнили мешками с песком, усилив броню. كان فيها طلقة فكيتها بس حوالي 4.5 كيلو متر بعدوا له بعد اسمكم معلم قوات الجيش العربي السوري والدفاع الوطني قتلنا من المسلحين العناصر المسلحة الباقي في النقاط المدافع عن النقاط والباقي والعارمة باتجاه درزو وقتل كل من تبقى من داعش في هذه المنطقة.